Друзья, привет! Я сегодня зашла в Мопхилл, такой магазин. Быстренько куплю кое-что из продуктов. Смотрите, короче, вода стоит 4 доллара за один пакет, 33 бутылки. В принципе, очень даже неплохая цена. Что у нас дальше? Давайте посмотрим, сколько стоит хлеб. Этот хлеб, он очень вкусный. На самом деле, он стоит, допустим, 4,99, да? 5 долларов хлеб. Он очень вкусный. Вот. Давайте посмотрим по поводу готовой еды. Сколько стоит еда? Допустим, те же самые суши. Честно, мне здесь не нравится брать суши, потому что они не совсем уж вкусные. К примеру, эти суши стоят 10,49, 10 долларов, да? Но даже если они свежие, они не совсем уж вкусные. Вот это вот, допустим, 10 долларов. А эти стоят 13,99 за 14 долларов. Но даже если честно, они, ну как бы, когда они даже свежие, они не вкусные. Эти долларов 7-8 стоят они. Ну, как бы на вкус и цвет не совсем мне уж очень нравится. Вот, здесь также продают готовую еду. Ну, вы знаете, естественно, лучше заказать в ресторане и купить там, но здесь нормально. Вот, допустим, тот же самый чикен стоит 8 штук, в пачке 8 фрайз будет, да, фрайд чикен, и будет стоить 10 долларов. Одна коробка, 8 штучек. В принципе, очень даже неплохая цена, не пробовала, поэтому не буду говорить, хорошо ли, вкусно ли это или нет. Ну вот, так, если пойдем дальше, там будет все. Айскрем, здесь вот есть сыры, очень вкусные сыры, я знаю, сыр я очень люблю. Вот этот сыр я вообще его обожаю. Я, насколько помню, это стоит 8 долларов, это вот моцарелла, она стоит, по-моему, 8 долларов стоит. Вот, ну и здесь вот, кто любит сыр, конечно, это в этом, вот эта вот секция, это вся ваша. Этот сорт сыр, допустим, стоит 9 долларов, вон тот. Да, кстати, друзья, хочу вам сказать, что некоторые думают, что это стоит, там, например, не понимают, 16,99, это 17 долларов, 16 долларов 99 центов. Просто были вопросы у моих подписчиков, почему такие цены, да, там кто-то подумал, что это 1000 долларов с чем-то, кто-то подумал, что это просто 1 доллар там и 6 центов и так далее. Вот, смотрите, сколько стоят торты. Допустим, вот этот торт стоит 35 долларов. Тирамису. Очень вкусненький такой. Я знаю, что многие любят тирамису. Этот вот монстр можно ребенку подарить. Мне кажется, они также примерно будут между 35 долларов и так далее, да? Мой любимый, один из моих чизкейков. Очень-очень я люблю чизкейк. Вот эти вот, они стоят, так, вот это, наверное, по идее, 22,99, 23 доллара. Чизкейк с фруктами. Я его очень люблю. Он мне очень нравится, но еще также, если себя хочешь побаловать, можно купить вот эти вот небольшие. Я знаю, что они около 7-8 долларов стоят. Маленькие одни. Ну, просто вот, когда ты не хочешь покупать большой кейк. Вот. Ну, это, конечно же, на Хэллоуин. Прикольные такие капкейки на день рождения детям. А те же самые, давайте посмотрим сосиски, да? А сосиски стоят 2 за 7 долларов, видите? В принципе, очень даже неплохая цена, очень приемлемая цена, я вам так скажу. Вот, в этом магазине что у нас еще есть? То же самое будет, очень много мексиканской еды, естественно. Вот, есть фрукты, овощи, 100% здесь это все будет. Это все я вам покажу, сделаю обзор на следующем видео. Хорошо? Так что да, guys, фрукты, овощи, все здесь есть. Все эти вот вкусные, органик, не органик, все это цены. Цены я все это покажу в другом видео. Так что да, голос Калифорнии. Оставайтесь со мной, subscribe my channel and like.